На театральной площади собрались и навчане, и гости курорта разных национальностей и вероисповеданий, чтобы поздравить друг друга с одним из новых государственных праздников России. Кубань – уникальный многонациональный регион, где одной большой и дружной семьей проживают русские, греки, украинцы, и армяне, немцы, белорусы. На улице Горького развернулась праздничная ярмарка «Привоз», на которой свою продукцию представили местные производители. Мед, кондитерские изделия, овощи, фрукты, соленья – все это и не только жители и гости Анапы могли приобрести по доступным ценам. Всегда рады, когда наши фермеры выставляют свое что-то, у них есть возможность выставиться. Дешевле, не знаю, только что подошла. Вот. Но сама собираюсь сегодня приготовить борщ, поэтому подошла за капустой и свеклой. Нормально, хорошо, удобно. Все можно и поотдохнуть, и можно прикупить. И можно шашлычка поесть. Хорошо. Праздник на площади посетил глава курорта Сергей Сергеев и первый заместитель мэра Светлана Яровая. В этот день на сцене выступили самые яркие творческие коллективы Анапы. Задорно и громко звучала казачья песня, национального колорита добавили армянские и греческие народные танцы и заводные ритмы Кавказа. Концерт очень замечательный, а дружба всех народов – это и есть единство. День народного единства – это… Вообще берет начало этот праздник того, что Минин и Пожарский с народным ополчением освободил Москву от поляков и западных украинцев, которые были с поляками вместе. Все народы представлены, это здорово. И греки, и армяне, и самое русские, главное, мир, спокойствие, счастье. Что еще человеку надо? У нас на Кубани же многонациональный народ. Вот и все, мы все едины. На площади работали 10 молодежных интерактивных площадок с веселыми конкурсами и памятными призами. Каждое учебное заведение Анапы представило одну из народностей, проживающих в нашей многонациональной стране. Жить в мире и согласии присущи каждому человеку, который толерантен в отношении традиций других народов и вероисповеданий. Только вместе, дружно и сообща преодолеваются любые трудности. И 1612 год тому доказательство.